Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Хочу сегодня показать вам всходы петунии, которые я сеяла 7 марта. Буквально на третий день взошли те посевы, которые я сеяла, простые семена, методом посола. Семена сеяла вот эти вот, петуния лиловая. Они у меня старые, 2015 год, показали хороший результат. Вот буквально на третий день все наклюнулись. Вот видите, некоторые даже с листиками уже. Вот зеленый листик. И вот эти белые, вот такие, как я их называю, белые червячки. Вот белые червячки на поверхности грунта, это уже юные петунии. Вот видите, из семян вылез зародыш. Процесс пошел, все семена хорошо проклюнулись, лежа на поверхности. И у некоторых даже уже показываются листики. У кого-то пока что только что корешок, росточек вылез. У кого-то листики. Но уже видно, что семена взошли. Им буквально 2-3 дня, чтобы зелень появилась на поверхности. Вот самые первые уже с листочками. Вот что хочу сказать. Поэтому я и говорила, что я предпочитаю вот такие простые посевы. Они самые эффективные почему-то. Еще раз заострю внимание на том, что для посева, именно вот для того контейнера, куда вы будете сыпать эти семена первого, грунт не обязательно питательный. Тут все происходит очень быстро. Вот они у меня на третий день зашли. Через 2-3 дня у них появятся два листа, будут загущенные посадки. И я их быстренько распикирую. Поэтому грунт я для первого контейнера, для самого первого, для первых дней жизни беру самый простой. Я уже рассказывала. Черная земля полевая, перегной, немножко золы, все смачиваю пином и рассыпаю методом посола, как будто землю посолить семенами. Всходы появляются очень быстро, простые семена всходят быстрее. В этот же день я сеяла гранулы. Вот эти сорта, сейчас покажу, какие я посеяла в тот день. Кринолин. Вот этот, который мне сильно нравится. И глориоза. Один махровый, а один просто с бахромчатым краем. Вот они у меня здесь лежат. Вот он, кринолин 7 марта. И дальше тут в конце глориоза. Но, к сожалению, они еще ни слуху, ни духу о них. У них вот это вот гранула, сама оболочка растворилась, конечно, от опрыскивания, она смешалась с землей, но пока никакого ни росточка, ни корешочка червячка я не вижу. В прошлом году у меня из гранул только 50% зашли, вот которые я покупала, дорогие семена. Ой, тут даже еще какая-то валяется. Но вот здесь вот в углублении, в каждом есть углубление, и там вот... Гранула или нет? Да, где-то ее видно, где-то она уже растворилась. Они лежат также во влажном грунте, но пока никаких признаков жизни они не подают. Простые семена, я не знаю, как у кого, у меня всходят всегда быстрее. С них всегда сильнее почему-то рассада. Сильнее рассада. И чем удобно? Чем я и люблю именно вот такой простой метод, когда я просто сыплю на грунт. Много... сеянцев, из них можно выбрать самые сильные, самые здоровые, а мелочь всю выкинуть. Вот это обзор посевов, пока я собиралась сеять на пеленку, на снег. Вот эти первые посевы у меня уже взошли. Буду сеять дальше, я вам все покажу. До свидания, с вами была Ольга Чернова. Вот первые петунии у меня вылезли.